Веню Ерофееву, его знаменитую, вещь я перечитывал раза три. «Москва пидожки». И, и, конечно, mm. да. каждый раз я что-то новое для себя находил. Такая она оказалась неисчерпаемой. Ну, то есть, если перечитывается книга, и видно, что новизна какая-то есть, все да. еще открывается, да. то можно, значит, да. еще да.